Ну, комментарий короткий. Нужна была победа, и слава Всевышнему, что она пришла. С чем поздравляем наших болельщиков. Давно ждали. Ну, ребятам большое спасибо. Они очень напряженно готовились к этой встрече и предпочли играть глубоко шанонированной обороны, при которой, по мнению вашего коллеги, у Ростова будут возникать сложности с позиционной атакой. Вы что же наверняка к этому готовились? Ну, безусловно, если бы вначале реализовали, я посмотрел бы, чтобы коллега дальше был. Все, ответь вопрос. Сергей Макеевич, вы как считаете, Рубин упрется, чтобы за ваше имя хотя бы? Это Рубинов вопрос. Конечно.